Клещи уже атакуют. Первый в этом году в Омске случай нападения членистоногого зафиксировали специалисты Роспотребнадзора. Они отмечают, произошло это раньше обычного. Пик активности приходится на апрель-июнь. Омск вместе с Московской областью, Сочи, Красноярским краем и Ярославской областью вошел в число 5 регионов страны, где клещи уже проявили активность. Специалисты призывают учитывать это при планировании поездок на эндемичные территории. Добавлю, что клещи – основные переносчики опасных для человека инфекций, в том числе вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза.